Здравствуйте, с вами Лада Дудко и Тимур Гайсин. С сегодняшнего дня мы начинаем своеобразный творческий эксперимент. Мы будем рассказывать вам о том, что интересного будет происходить в парках Одинцовского округа. Как можно будет классно провести семейной паре. Кстати, Тимур, не только паре, но и молодым ребятам нравится проводить весело время. Прямо сейчас хочу напомнить, мы находимся в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха имени Героя России Ларисы Лазутиной. Все правильно. Вот. Мы в гостях в этом парке. Прекрасная обстановка, очень хорошо, но сегодня не суббота, не воскресенье. К сожалению. Что будет в ближайшие выходные, Лада? Кстати, Тимур, только я хотела начать тему про ближайшие выходные, и, пожалуй, начну я прямо с субботы. 8 июня в городском парке Звенигорода состоится огромный фестиваль добра. Он из себя представляет фестиваль сообществ, искусств и ремесел. Представляешь, Тимур? Я представляю, что будет очень много разных площадок, видимо. Прям может быть интересно ходить. Да, все правильно, потому что мероприятие соберет свыше 100 участников, которые создадут самое большое творческое, интеллектуальное и спортивное пространство города. Так, в Звенигороде будет жарко. Только в Звенигороде? Нет. Так. Ты читаешь мои мысли. Двигаемся дальше. В субботу в парке Захарова 8 июня в 17:00 можно будет совершить экскурсию Пушкинская Захарова и принять участие в соревновании «Меткий стрелок» на поляне сказок. Ну, это любопытно. У нас на этой неделе день рождения Пушкина, так что, думаю, там, наверное, что-то интересное придумали. Так, что-то еще? Да. Воскресенье. У нас очень заряженные выходные получаются. Воскресенье 9 июня в Театре сказок в течение всего дня творческие мастер-классы, интерактивная игровая программа с народными играми и забавами вас, дорогие жители, будет ждать на поляне сказок. Отлично. Кроме того, что есть воскресенье, есть и другие дни, и в другие дни тоже можно приходить, как вы сейчас, например, видите в парке имени Лазутиной. Да, здесь классная вот атмосфера. Кое-какие события, вот хочется подчеркнуть, которые происходят в течение недели. А именно, каждую среду в 10 утра, ну, многие это знают, но на всякий случай не лишним будет знать и вам. Значит, на центральном стадионе города Одинцово для всех любителей спорта и активного образа жизни проходят функциональные тренировки. И проводит их звезда Анастасия Штатнова. Ого. Значит, она спикер телеканалов «Пятница» и НТВ, руководитель студии «Бум». Ну, мне кажется, интересно, надо посмотреть, ну или хотя бы попробовать. Кроме того, в парке Малевича в течение недели проходят тренировки «Здоровая спина». Значит, они идут на волейбольной площадке напротив кафе «Спортсмены». Чтобы точно узнать, когда это будет, надо зайти в телеграм-канал парка и там точнее это узнать. Но мне кажется, спина здоровая для нашего возраста, Лада, это прямо проблема. Нет, вот. Я думаю, Тимур, здоровая спина – это для тебя, а мне поляна сказок. Хорошо. Итак, это то, что на неделе. Ну и есть такие вещи, которые происходят каждую неделю. Например, в парке Малевича совместно с кафе «Спортсмены» проходят благотворительные уроки йога на завтрак. Каждое воскресенье в 9 утра. То есть занимаешься йогой, просыпаешься с утра пораньше, даже если это воскресенье. Вот. Все собранные средства, которые вот, идут с этих занятий, направляются в благотворительный фонд «Истина в душе». Фонд помогает детским домам, домам-малютки, интернатам, приютам для животных. Ну и кроме того, в парке Героев 1812 года по выходным, это касается всего летнего периода, по выходным анимационная программа и бесплатные творческие мастер-классы. Приходите туда с детьми. Какая интересная программа. Главное, насыщенная нас ожидает. И главное, для семей. Для семей, как я уже и говорил. Семьям интереснее в парк ходить. И молодые ребята тоже будут приходить. Я в этом абсолютно уверена. Так, ну и пришло время продумать про конец следующей недели. У нас вообще-то ожидается День России. Как обычно в этот день всегда какие-то праздники. Что известно сейчас про парки? Как они будут в этом участвовать? В преддверии народного праздника, а именно Дня России, Тимур, ты придешь, скажи мне, когда я озвучу мероприятие? Если у меня не будет работы в этот день, а я подозреваю, что будет. Скорее всего. Да, то есть я приду, точно. Ну хорошо. Ждите, да, на всех площадях. Дорогие телезрители, мы это запомнили. Мой соведущий и вы. Мне что-то подскажет, что больше ждать будут, Лада, тебя. Ну хорошо, тогда я озвучу. 12 июня, в День России, в парках Одинцовского городского округа пройдут праздничные мероприятия, а именно концерты, спортивные соревнования и мастер-классы. Более конкретно, Тимур, в парке Раздолье в 13:00 будет спортивный забег «Вперед, Россия».
А в городском парке Звенигорода в 2 часа пройдет акция «Триколор». Представляешь, в парке Захарова мероприятия не заканчиваются. Там вас ожидают, дорогие друзья, викторины, ярмарки и фолк-концерт. Ну, мне кажется, интересно будет сходить на забег. Где он будет? В каком парке проходить забег? Забег будет проходить в парке Раздолье. Мне кажется, хорошая возможность, если вы хотите приобщить своего сына или дочку к бегу, вот привезти туда, там наверняка звезды будут, они всегда что-то интересное придумывают. И вот так пробежаться, и потом дальше уже продолжать. Ну, интересная история. Вот я бы с семьей туда сходил и пробежался. Итак, это наш экспериментальный выпуск, самый первый. Мы вам рассказали, что будет интересно в ближайшие выходные и на следующей неделе в парках Одинцовского округа. Идите в парки, заряжайте свои батареечки. И на всякий случай напомню, что у вас есть шпаргалки. Подписывайтесь на официальные страницы парков в социальных сетях. Ну что ж, на этом мы заканчиваем. С вами были Тимур Гайсин, Лана Дудко, телекомпания Одинцова.